За последние 20 лет в России заметно ускорились темпы жилищного строительства. В том числе благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2000 году было введено всего 30 300 000 квадратных метров жилья, тогда как в 2022 году был достигнут рекордный показатель – 102 миллиона 700 тысяч квадратных метров за год. А в 2023 году ввод жилья в стране превысил 105 миллионов квадратных метров. Также сокращается объем аварийного жилищного фонда. С 2008 года расселено 26 миллионов 200 тысяч квадратных метров ветхого жилья, более 1 600 000 человек переехали в новые квартиры. Улучшать жилищные условия россиянам помогают и госпрограммы. Льготная, семейная, дальневосточная, сельская и ИТ-ипотека доступны по специальным ставкам ниже рыночных. С 2020 года благодаря льготным кредитам свои жилищные условия улучшили более 1 000 000 семей. Еще один востребованный инструмент улучшения жилищных условий – программа «Материнский капитал». Благодаря ей за 16 лет более 8 200 000 семей улучшили свои жилищные условия на сумму свыше 3 триллионов рублей. В целом, только за последние 5 лет более 22 миллионов российских семей улучшили свои жилищные условия. Хороших вам новостей!